За парты в сентябре предлагают сесть и взрослым. В Чувашии заработает социальный проект «Школа для родителей». Он стал одним из победителей конкурса фонда президентских грантов. Авторы намерены еще раз привлечь внимание общества к семье и нравственным ценностям, формируемым в ней. Республиканский совет отцов ратует за повышение статуса и ответственности родителей, прежде всего пап, за воспитание детей. Они убеждены, только полная семья может дать детям нужную поддержку, защиту, а наконец безопасность и уверенность в жизни. Человека надо готовить к семейной жизни с измальства на личном примере. Проект поддержан Министерством образования, уполномоченным по правам ребенка, Союзом женщин. В течение всего учебного года в 60 школах республики пройдут встречи педагогов, психологов с родителями и учениками старших классов. Речь пойдет о взаимоотношениях мужчины и женщины, роли каждого в семье, решении типичных проблемных ситуаций. На реализацию проекта выделено 1 600 000 рублей из фонда президентских грантов.